зашла в такой сельский магазинчик. Смотрите, у нас навага появилась. 180 рублей килограмм. Свежайшая навага. Я взяла. И сейчас я возьму скумбрию. Две штуки. Скумбрия по 350 свежая. Ну, рыба здесь минтай 198. Утасу есть. Пикша, пожалуйста. Так. Вот такая рыба навага. Приходите сюда, в сельский магазинчик. Купила свежие рыбки в магазине. Вот я где хожу, знаете, здесь на одной улице, недалеко от моего дома, есть магазинчики такие, знаете, как я их называю, сельпо. Немного, в моем районе их два, прямо недалеко от меня. И я очень люблю идти с парка, с прогулки, заходить в магазин. Очень хорошую селедку покупаю, мне очень нравится. Но все весовое, я говорю, спаржа, яблоки, огурцы, помидоры моченые, грибочки есть. Ну, такое все, прям заходишь, тебе 100 грамм надо, 200 грамм надо, тебе все свешивают. Навага, только привезли. Свежая рыбка, чистенькая, хорошая, 180 рублей. Скумбрию купила две штуки, свежие. Я хотела вообще сегодня купить селедку поесть, но купила скумбрию. Я иду и несу рюкзачок полной рыбы. На ваге получилось очень много у меня. Будем есть рыбу и пить витамин Е. Со всеми другими витаминами. Хороший магазин. И люблю такие магазины. Прям дух постсоветского пространства. Я уже иду ближе к дому. Уже хочется есть. Мужу сейчас позвонила, сказала, ставь воду на пельмени. Мы тут на днях сами вдвоем налепили свои пельмени. Я говорю, ставь воду. Я сейчас буду. Быстренько. Сейчас я приду. Уже пельмешки будут вариться. Или хотя бы вода сейчас закипит. Я быстренько покидаю. И будем обедать. Правда, есть уже хочется. Нагулялась, как кошка.